Ты до этого-то на гитаре играл или у тебя первый раз? Две песни играл: Кузнечика и Деда Максима. Теперь вопрос, зачем вам преподаватель? А мне деньги заплатят? Всем привет, я гитарист группы The Light 3 и играю на гитаре 21 год. И это новое мое видео, где я звоню преподавателям и беру у них уроки по гитаре. При этом новичком не притворяюсь, а сразу им показываю свои навыки. Перед просмотром не забудь поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик. 2000 лайков и выйдет следующая часть. Также вы часто спрашиваете, какая у меня гитара. Сейчас расскажу про две гитары, на которых я записываю ролики. Первая — это акустическая гитара Enya и AX1+. Она у меня появилась полтора месяца назад. На сайте e-каталог мы видим, что стоит она от 18 500 рублей до 19 990 рублей. Если посмотреть на динамику цен, то 2 года назад ее можно было купить за 15 800 рублей. Сейчас назову плюсы этой гитары. Первый плюс. Очень сбалансированно, звучит равномерно, никакие струны не выстреливают. Хорошо подходит для записи в микрофон. Второй плюс. Удобный гриф, небольшой корпус. В целом очень удобно играть на ней, хорошо подходит для новичков и для игры фингерстайлом. Третий плюс — это комплектация. Вместе с гитарой идет вот такой вот чехол утепленный и вот такая вот сумочка, в которой содержится ремень, запасные струны, каподастер, тюнер, тряпочка для протирки гитары и медиатор. Четвертый плюс — эта гитара сделана из ламината высокого давления HPL, поэтому говорят, что она не подвержена температурным перепадам, а значит, ее можно выносить на улицу зимой и играть. Но я лично не пробовал, так что четвертый плюс у меня под сомнением. Минусы. Тихо звучат голоса, немного их не хватает, но середина и басы звучат отлично, и в целом гитара звучит немного тихо по сравнению с другими гитарами. Больше минусов не нашел. Вторая — это классическая гитара Estef, или кто-то называет ее Estiv, 2009 года, 7-я модель. Позже она вышла из производства, но появились современные аналоги этой модели. Это Estef 7 CD, ее можно найти от 62 990 рублей. И Estef 7 SR CD от 75 990 рублей. Причем 2 года назад эти гитары стоили значительно дешевле. Из плюсов — это качественно сделанная классическая гитара, на которой очень удобно играть, и она очень близка по звучанию на концертные мастеровые гитары. Минусов не нашел. На мой взгляд, это одна из лучших фабричных классических гитар. Ссылки на эти гитары я оставлю в описании. Меня зовут Мия. Я преподаватель по гитаре. Если можно, сыграйте что-нибудь. Теперь вопрос, зачем вам преподаватель? Ну, не знаю, там, может, ошибки какие-то скажете. Я не знаю, что я могу вам предложить, потому что обычно я учу с нуля, да, детей в основном, кстати. Мы учим ноты, учим все постановки, вот этому вот всему. И поэтому с такими ребятами, как вы, я еще никогда не работала. И сама я... вряд ли сыграю то, что вы сейчас сыграли. Потому что моя основная профессия – это бас-гитара. А вы выступаете, да, на бас-гитаре? Да, я выступаю, я работаю в джазовом ансамбле, работаю в роковом ансамбле. А вы из какого города? Вообще, я из Новошахтинска, но жил в Таганроге, в Ростове, сейчас в Москве. Вот. Понятно. Да, преподавателей в Москве наверняка много, повыше уровнем, поэтому... может быть, вы кого-то найдете получше. Ну ладно, ладно, это вообще был прикол на самом деле. Если хотите, можете что-нибудь сыграть, я могу прорекламировать, может быть, там, или уроки, как бы. Можете сыграть какую-нибудь композицию просто. Я могу спеть. Вот, будет круто. Сыграл. Господи, мне так стыдно теперь. Басист я не такой плохой, как гитарист, но мне просто... мне просто даже не буду включиться, у меня здесь нет комбика, чтобы вам продемонстрировать, поэтому я спою хорошо. Так, чему ты хочешь научиться?
Ну, нотами, наверное, что-то играть. Вот. Я уже играл даже фингерстайлом какие-то мелодии. Вот, могу попробовать сыграть. Покажи. Вот. Ну вот я вот это вот учил недавно. Ну, слушай, смотри, типа, я не смогу тебя ничему научить, потому что у меня точно такой же уровень, как бы, то есть я владею, ну, тоже таким фингерстайлом и, ну, играю иногда что-то похожее и импровизирую, поэтому, вот. Ну, у тебя круто выходит. Так, нормально, да? Вот. Да. Ну ладно, это был пранк на самом деле. А, кстати, не хочешь что-нибудь сыграть, кстати? Может быть, вот, будет круто, если что-то тоже крутое сыграешь. Start this over. It's not my pleasure. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such unbreakable thread. You were all the things I thought I knew, and I thought. Ну круто. Как-то так. А что это за песня была? Это была My Happy Ending, Avril Lavigne. Ну я не знаю, не знаю. Ну так было с Понятно. этим еще, с шейкером. Вот. Так. Да, это, кстати, наш шейкер. Вот. Авторский. Авторский, да. А, это там что-то, Сейчас это видно? шейкер или не шейкер, или это что-то Да. Ну, как акустика? блогеры делают. Мама, я в телеке. А мне деньги заплатят? А, показать, что умею играть? Да. Вот, ну я несколько песен выучил таких мелодий, получается, могу сыграть. Вот, показать. Одна из них. Вот и на ошибки посмотрите тогда, может быть, какие-то. Thank you.
дальше? Года два где-то играю. Я только аккордами играю. А, только аккордами. Чужая, не моя, но ты волшебная. Нереально так сияет, расчитает мой маяк. Не чужая, не моя, но ты волшебная. Ну круто, кстати, мне понравилось. А что это за песня была? А это «Нервы волшебные». Ты до этого-то на гитаре играл или у тебя первый раз? Да, играл я на классике, играл вот на классической гитаре. Ага, понял. А как бы сейчас чем-то стремишься, чего-то не хватает или вот как к этому пришел? Ну да, там не хватает, да, там начал учить там песню Баха и не доучил, например, ее. Вот. Угу. Точнее, произведение Баха. И не доучил до конца, да, вот что-нибудь. Хотелось бы или до конца, или на ошибки там обратить внимание, или, может быть, что-то сложнее, какую-нибудь песню. Вот. Ага, может быть, фингерсталом на акустике что-нибудь. Ага, понял. Ну, короче, инструментальную музыку, да? Да. Угу. А можешь это показать, что учил? Посмотреть. Ну вот, для начала Йоганн Себастьян Бах, знаешь? Композитор. Ну да, вот это знаю. Сначала начинал, ну так, отрывки только выучил. Вот. В принципе, все отлично, идеально. Вот, разве что там был такой небольшой момент, что немножко вот, при пикадо вроде назывался. Небольшой такой запор был, а так, в принципе, все отлично. Ну, не я знаю, да, переволновался, что. Да, тут я сыграл хуже, чем обычно. Вот. Могу что-нибудь еще из классики показать. Ну, в принципе, давай. Например. Так, в принципе, все идеально, все красиво, супер. И у меня так никаких вопросов по технике и исполнению не возникает совершенно никаких. И вот только один вопрос у меня возникает, что как бы что тебе еще нужно, что тебе не хватает. И как бы и слушаться тоже изумительно, то есть все качественно, приятно слушать. Вот. Ну, еще раз испанскую попробую сыграть, может там что-нибудь. Давай. Стандартную. Супер, у меня вопросов вообще никаких нет. Все идеально, не знаю, что тебе для жизни еще не хватает тут? Ну, не знаю. А я видел, ты играешь фингерстайлом, да, что-то там, вот на видео видел. С перкуссия, да? Да. Да, я с таким увлекаюсь.
Так, сразу. С чего начнем? Что? А, с чего начнем? Ну, не знаю, что можете показать, что можем выучить. А есть какой-то уровень игры? Ну, немножко играл, да, какие-то песенки такие. А вы, может, покажете тоже что-нибудь? Или мне надо? Можно по очереди. А это, может... Да, я так-то, знаете, русский рок слушаю в основном, и кроме «Сектора газа» или кино больше ничто. Ну, мне «Сектор газа» нравится как раз таки, можно. Давно играете? А, ну, так, лет 10 пробовал, да, играл. О, это больше, чем я раза, почти в 3 раза. Ну, вот я лет 10 играл, да, и решил урок взять. Imagine Dragons, знаете? Imagine Dragons. Одну песню только играл, вот эту, вот, знаете? Вот это, да? Дальше там плохо помню. Остается только похлопать. Вы по дешкову преподаете где-то? А, да нет, я не преподаю. Просто играю. Чем вы просто играете? Ну просто, да, играю. Вы учились в музыкальной школе? Это «Сектор газа» был. «Ночь перед Рождеством». А, все, вспомнил. Да. Я пытался подбирать вот это вот, знаете. Да, да. Но так не подобрал. А из «Нойса» не знаете ничего? О, вот это вот я бы хотел бы научиться. Вы как будто не хотите меня учить. Типа у меня и так получилось. Да нет, просто это как яйцо учит курицу, можно сказать. А если не догадались, я пранк снимаю на самом деле. Я ютубер. Да я так и догадался на самом деле. Хотел бы узнать у вас сначала, какой опыт у вас. А, ну играл две песни. Вот две песни играл: «Кузнечика» и «Деда Максима». Вот. «Кузнечик» — это, я так полагаю... Вот это? Ну да, «Деда Максима» и «Кузнечика», да. И у вас, как бы, в планах просто играть в компании, да? Ну да. Для компании тогда просто, я так думаю, бой и аккорды? Ну я даже, вот эти две песни играл нотами. Ну я вам могу показать уже, как играю, вот. Ну, чтобы вы понимали уровень, может быть. Давайте, вам «Кузнечика» или «Деда Максима» сыграть вначале? Давайте «Деда Максима». Thank you.
Ну, типа, я даже так не сумею сыграть. Я вот максимум, как вот вы, сумею Гарри Поттера, наверное. И ваш, я считаю, намного выше, чем мой. Понял. Так вы обучаете аккордами, да? Да. А. Ну вот, вот это вот то, что вот это вот все. А, и понял, понял. Вы это не обучаете, да, вот именно так в таком плане. А, это твоя, получается, песня, да? Моя. Круто. Круто. У меня их много. Но я их никак не запишу. Если понравилось видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео друзьям. Всем пока.